За последние несколько лет правительству Тульской области удалось добиться положительной динамики в решении приоритетных задач в рамках национальных проектов. В 2020 году, для справки, на реализацию нацпроектов запланировано финансирование в размере 14 миллиардов 217 миллионов рублей. Доля федерального бюджета составляет более 50%. Для сравнения, в 2019 году объем финансирования составлял 10 миллиардов 860 миллионов рублей. В рамках национального проекта здравоохранения закуплено высокотехнологическое оборудование на сумму более 200 миллионов рублей. Запланировано строительство нового онкологического центра. В этом году в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения в регионе поступит 22 единицы оборудования на общую сумму более 500 миллионов рублей. По национальному проекту «Демография» для поддержки семей при рождении детей с 1 января 2020 года введены дополнительные региональные выплаты. В 2019 году 99% детей дошкольного возраста имели возможность посещать детские сады. До конца года 2020 планируется ввести в эксплуатацию еще 6 детских садов на 840 мест, а в 2021 году 8 детских садов на 1195 мест. Очередь в детские сады для детей до 3 лет будет полностью закрыта. В рамках проекта образования к концу 2020 года планируется завершить строительство новой школы на 600 мест. В сентябре на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах региона, откроются еще 32 точки роста. До конца 2024 года планируется создать еще 13. Начнет работать еще один мобильный кванториум, а также первый в Тульской области центр цифровое образование детей IT-клуб. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования Министерство просвещения Российской Федерации подвело итоги конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета на поддержку профессиональных образовательных организаций. Общий размер грантов, выделенных тульским учреждениям, составит 97,6 миллионов рублей. Средства будут направлены на создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, промышленных и инженерных технологий. Тульская область вошла также в число 6 субъектов Российской Федерации, которым в рамках федерального бюджета «Чистая сторона» национального проекта «Колодия» выделено субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году. Общий объем финансирования составляет более 96 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тульская область вошла в числе 22 регионов для пилотного внедрения интеллектуальных транспортных систем. В начале текущего года была введена в эксплуатацию система весогабаритного контроля. На основных дорогах установлено 10 комплексов. Они позволяют повысить безопасность движения и увеличить сроки службы дорог. Был произведен ремонт порядка 200 километров автомобильных дорог регионального и местного значения. Продолжается активное строительство второй очереди восточного обвода.